Неликс, Неликс, где ты? Не зашел еще. Тут, короче, люди боятся прессовать, потому что не знают тактики. Кто? Боль, не скажу. Боль. Неликс не знает тактику? Да ну, Неликс знает тактику, ты че? Хули тут знать, блядь, пиздите все, что шевелится, и все нахуй. Там самый напряг танком, блядь, и хилан. Алар первый или робот? Робот. Робот с печенькой пойдем вначале. Я вообще not understand, как вы убиваете сейчас робота. А, изи. А как раньше, так же и сейчас. Коват есть, все убивается. Все нормально. Просто РДД стоят в центре и чё? Не в центре. Ну там где-то в куче они стоят и бьют просто. Стоят в кемпе, дамажут, да. Короче, покажете. Я вам видео хорошее скину, посмотрите. Видео. Войду, да, есть видосы. Пока рейд формируется, берете, смотрите видео, кто не был. Ой, линкани ссылку, я посмотрел. В флудилку. Угу. Так. Сумонти первый этаж групп, пошли чистить трэш. У меня премиум появился, здорово. Пошлите присумоним, пожалуйста, какого-нибудь лока. Кто стоит внутри? Выйдите. Пойдемте. Он там в лок зашел. Все, зашел. Супер, ставьте шкаф. То мы так будем вечно стоять, по-моему. Ну, Коват, мне не надо сумонить, спасибо. Подтыкнул на тебя, чтоб сумонить, а таргет не успел обратно поменять. А, по-моему, я тебя сейчас присумонила, да? Нет. Кипятильник. Господи. А какие возможности у кипятильника? Кто может? Чат может писать? Это мут звание. А, я поняла. Нихуя, а ты вага тоже в танке, да? Как видишь. Кто у нас ДПС-то будет?
Нихуя ты нахватал, блядь. Чешка, нахуй, клык, блядь. Ты на щит посмотри, там еще охуенный такой есть. А, щит, конечно, у меня, блядь. В ваге тоже вроде должен быть. Это ПВП щит, чарку на нем, как камень я менять не буду. А, так ты же забирал вроде геровский, не? Ну да, ПВП прото. А, я просто не осматривал, так. Вспоминаю, что ты строил щит кое-какой. Ну чё, ребятки, самонитесь, нет? Делорус, Женуэн, Дедри. Там Фисяу плюсовал два раза. Возьмите его в рейд, пожалуйста. Видимо, упустил. Ну, чё, кто с замены, вот кто пойдет из них? Пока никто. Как минимум один слот для Гевки. Дальше подумаем, пока можно чистить трэш. Варшам Эрдру есть? Да. Супер вы начали. Че? Мне это нравится уже. Я не в мелизоне стоял. Лол. Про товары берет контроль. Вот. И Редвар, может в ДД спекнитесь, чтобы быстрее трэш чистить? Ну давай, а кто там еще есть там? А народ? Тут меня хватит. Я не буду спекаться, у меня там третий спек. Мне приходится кристаллы тратить. Просто быстрее трэш почистится. Плохо на эти кристаллы. Чё-то мало кристаллов. Его суманить надо, чтобы он спекнулся. И надо сломать. Как, типа, этого превосходного нет, потому что солидки падает. Там просто бой, надо, чтобы боя не было. Сейчас спекнусь, хуерть. Ну, Редвар там поотражает, там, сейчас на робота. Сука, бой. А у Пегастрия 4 куска Т5, он плох для ОКХМ? Это вопрос. Посмотрим, что по танкам будет. Если привыкать, то пусть бы сейчас это делал. Сейчас поглядим, дойдем. Что будет? То урон прилетает дофига, не кажется, нет? Виноват контроль был. Да не, я не про агро. Агро-то понятно, что это. Ну, когда кого-то берет контроль, то по людям идет там агро. У меня печать АОЕ стоит. А я вас всех бил. Бессовестно. Всех нас бил.
вы что не делаете? Типа, когда друзья входят в онлайн, у вас пишется слева на чате. Да, да, лучше это. Ой, нифига, стри, зараза. Чес. Он мне пишет, а я ему ответить не могу. Ты посмотри, что делает, а? Читер. Вообще. Ну, поганец. Осторожно. Только всё не агри, осторожно. Очень больно. Говорю, что-то больно бьет. Без контроля даже. Вон, да, какая-то. Это что, новая лужа? Да, да. Это шаманы. Нормально, нормально. Получше, получше, да. Ребята, где можем посмотреть лут сок ХМ? В Атласе. Бока ХМ в Атласе, скоро будет обнова. А Маршал заберу. Я в магазине смотрел еще. Скоро будет обнова. Там дисплей-то. Там прикольные видео скину. И писем. Воронки, блин. Дам народ. А чё, авара и убивать не будем? Пока нет. Робот. Простим нужен, ночи. Где простим? Куда ты простим дел? Я никуда ничего не делал. Горит жопа, просто свобал, блять, почему на них кровотечение не вешается? Роботы никогда не вешаются, блядь. А я хочу, чтобы вешалось.
Это, конечно, механизмы у них там это, нет ну, крови. Вот ты играл в Mortal Kombat Ultimate, там же вешается, блядь. Ну, то есть, с роботов летит, хуй с ним, масло там какое-то. Не без масла, магические роботы. Ну, блядь, значит, магия должна лететь. Вот, по такой же логике я тебе задам вопрос, почему с этих мобов не вешается, да, а на босса вешается? Танки забирайте, часовых, меня сейчас ёбнет. Да, этот самый. Да бейте, пожалуйста, с меньшим хп, чтобы все щука-рака... Щука-рака? Басня есть такая, щука-рака лебедь. Лебедь, рак и щука. Ну, это да. Во, хоть робота добили, а он... Каждый своего бьет. В итоге не убивается ни один. Блять, как меня заебало это окошко так на офи, блять. Когда кто-то заходит в игру? Да. Бесит. Такая хуйня. Нет друзей, нет проблем. Клад. Я своих же персов добавил в друзья, блядь. Сука. О, мне ребята пишут уже с других гильдий. Кто растрепал, что пианиста нету? Кто такой языка? С каких гильдий пишет? Райчи пишет. Да, мимо-то ушли. Что за дела вообще? Кто язык за зубами не умеет держать? Да, последний раз Лёха заходил в Дискорд, он сам говорил о том, что его многие гильдии приглашают. Умирающий спрашивает, кто спрашивал, Раичи, девочка. Бывшая из джоков. Так а что она хочет? Добрый? Нет, она просто спрашивает, что с пианистом. Просто откуда она это знает? Кто-то из гильдии растрепал языком. Напиши, концерты дает. Пианист концерт. Самый правильный ответ, пускай пишет ему, и у него узнает. Да он же в игру заходит, может просто кто-то его увидел. Не, она не. Просто у меня об этом даже на X3 спрашивают. Я и говорю, блин, что прям конкретно растрепал. Ловите! И это не увидели, это кто-то просто растрепал. Вы так из мухи слона делаете, я же говорю, его Легион Фир звали, его в Сириус звали. Понимаете? Да, в Сириус. Угу. Топовая гильда. Просто топовая. Ну, его звали, по крайней мере, как я не знаю, как он говорит. Там прогресса вообще нет в Сириусе. Это чем пока. Они скрывают? Держи в курсе, оттуда Йора, оттуда Афоня. Там нет прогресса. И ИГМ там очень странный. А почему Йота не кикнули? Кикнули? Да. Ну я типа на замене сидел, а меня кикнули. Блять, я уж думал, с гильдики. Ты так не пугай, блядь. Я не в курсе, кто это сделал. Я как бы до дисконнекта сидел, после дисконнекта здесь, во время дисконнекта. С рейдами сюда. Ну да, с рейдами. Это может после ребута откатил. Вполне, кстати, может тебе не тихо откатил. Не, я после ребута смотрел, типа готовил, а то не работал. Я релогался. Да дадут пати, не парься. А почему Йотан? Ты же Жатен. Блядь, ну если ты с Казахстана, то Жатен. Извините, пожалуйста, с Хиломова, пожалуйста. Как-то не очень. Казахстанец. Или забаньте его, пожалуйста. Что там про Казахстан говорят, не понял. Ты еще скажи богом прошу. Серьезно? Коника, на меня на пол? Ну ты серьезно это вообще? Я все вижу. Да сейчас пройдет, а. Только не бей никого, а то сейчас все на меня будет. Я уже скинул его, он уже заново откидышился.
что, вы же уйдете? О, хорош. Ну зачем вы их банить? Не баньте, блядь, бить надо же. Ну меньше МХП всегда добивается. Уберите бан. Он прикольно шипы даже на стене появляются. Главное, чтоб на голове не появились. Сейчас была такая картина, что стоит сова, Энджи стоит, и прям его прокалывает этот щит. Энджи Войд. БУЕ, значки, воронки, в ХМке ролятся между рейдами. БУЕ тоже? А, у меня привычка уже. В ХМке все, что падает с трэша, ролится между рейдом. Включение зеленка и синька, которая гридится или пылится. А БУЕшки тоже в ГБ вроде как, да? БУЕ, воронки и значки с ХМ, все ролится между рейдом. Бедный. Сколько раз он отсказал? Он это уже сколько раз, да, я не знаю, нет. Не-не-не, мы... Раньше короче, в обычку гильдию в ХМке для игроков. А всё? Первый раз мы пошли, а до этого было, что только воронки ролятся, а БУЕшки не ролятся в ХМке тоже. Ну тебе что, что сказали? В ХМке ролятся все. Сука, да я слышал, что ты мне ёбаное все. Ой, это в ХМке ролятся игроки. Да? В ХМке ролятся, точно? Уточнить надо. Давай уточним. А как представьте, бан? Все-таки, ой, запиши на бумажке. В ХМке? Да, да, записал, да я на видео записываю, сука. Не забудь, ой, пригодится. Главный вопрос на повестке дня. Кто желает обратиться в кипятильник? Кипятильник. Те, кто... это что, что? Что за кипятильник? Те, кто против Эдрика пишут. Чтоб нерфили, типа. А кипятильник это типа на замену? Кипятильник. Хочешь проверить? Это мод. А, вон написали, понял. Ой, я тебе там видео Discord скинул, посмотри по. Чё это? Я такое не смотрю. Посмотри там, блядь, песенка охуенная. Для Неликса? Ну, по названию сразу понятно, что не хочешь смотреть. Там никто тебе ничего показывать не будет, это с Ютуба, блядь. Я не говорю, что показывают, когда рассушать какой-нибудь. Еще вывалится там где-нибудь. Ой, ты можешь, пожалуйста, включить стрим, посмотреть хотя бы? Блядь, вы какие-то странные люди, нахуй. Хотим слушать песни, только... Редвар, возьмешь дальнего? Робота давай. Босса так нихуя к стаунте. Ну ты все равно отказываешься от лута, давай. Нет, ты монетку, по-моему, нажал, не откажусь. Отражалку, на что надо нажимать, слышь, Войд? Перезаряд. Кирска, там девка появится. В бана относится. Кирс, он тебя в ЧС не добавил за моего пояса? Thank you.
Вы что, издеваетесь? Нахрен вы банить? На ней тренируется передавать. Кто из блоков ромбик кидает? Точно 100 хил? Никто? Может, Кирс? 5 хилов не захилим, мы всегда были в 6. Два пустых слота. Смысл спешки. Редвард, также второго дальнего возьмешь? Вась, ты в каком сете будешь? Не думал еще. А в каком удобнее? Просто под тебя хочу подстроиться, вот спрашиваю. Ну, давай 2-2 так. Просто я, ну, если ты оденешь 4, ты 5, я одену 4, ты 4. Хорошо, давай, давай так сделаем. Давай так. Благо, когда дочистим, можно АФК 2 минуты? Ты минут 5 можешь всем будет покурить. Где вообще же Нуэн? У него в Дискорде были какие-то вести? Кто-нибудь видел? Да, я думал, он в рейде. А, он отпуск. Прошел игру? Чего вы тут у тебя в этом в рекламе Неликса на первом месте? Ну что, должен быть на первом? Я думаю, что его не сбрасывал? Или это полный чёрт? Не знаю, наверное, не сбрасывал. Дайте пати алоэ плюсовал. Хорош. Он тоже в капушку тогда. Песов тяжело будет на аларе. Кирс, что там с гевкой? Давайте вам рыбку поставлю. Рано рыбу ставить. Курим 5 минут. Ждем. Окей. Надо женой на разбудить. А то уснул пацан, видимо. У него интернет. И он не уснул. Вага, чё мне в ДЦ или в холле? ГЦ будет, не будет? Ну, если по идее, что, должна быть. Не спеши. Ну, камни, камни менять надо. А у тебя будет время? Так, сколько камней надо? 35 тысяч, да? 150 усилков, стамину. Всем трухлявым тряпкам. Я полетел тогда. Короче, будет 450 сапрота без пистона. Серёжа убрал. Так ты пока брюли вытащи, а там бери. А пока вот, перекур, можно спросить? Раз вот есть два приста, почему бы не попробовать с двумя щитами, с двумя ДЦ? Пробовал. Зачем? Ну, типа ДЦ 1-105, один без 105. И как бы два щита будет висеть. Один 14 ранга, один 15 ранга. Это и танкам поможет, и всему рейду. Там и... именно не... Там щит не бросится не... второе, потому что будет дебаф ослабленная душа. Брось. Вот, вот я тоже хотел сказать. Он, кажется, про это не знает. Дебаф будет висеть 15 секунд, а щит висит 15 секунд. Дор, послушай меня, даже если висят два щита, как ты говоришь, здесь нужен на боссе быстрый захил. Два ДЦ здесь будут мешать этим. То есть нужен именно прямой. Главный нюанс то, что на роботе, на Аларе ХМ входит такое количество урона, что щит долго не висит. Так он сколько у них там абсорбит? Там, нужен там, прямой больше. Захил. Он слетает, да, с одного удара. Это не лич, где заражение не сбивает даже щит. Нет, все равно, наверное, если как бы ответственный был, попробовал.
Типа два щита это... Это бесполезно. Просто они разве стакаются? Да даже если не стакаются, стакаются, все равно там нужен прямой захил. Ну, а место-то все равно есть, тупо можно там, ну, кто-то ответственный там за хил такой, кто-то за рейд. Ну и так, 6 хилов, и это нормально. Больше одного ДЦ не надо. На поддерживающий есть рестор дроид. Дальше идут уже хипал и шаманы еще больше захиливают. Настя, да, Эрдред, ты здесь? Настен? Как вчера это Нарсия троллила. Я говорю, она говорит, а что вага не идет в гаража на бычку? Я говорю, да, он Настю ждет. Он говорит, одна Настя есть, погнали, такая говорит. Нормально. Да, Норси же Настя зовут. Сто пятьдесят усилков, да? Так, суммуньте, пожалуйста. Килами тоже сделаем 150? Может, по 100? Нет, я всегда 150 делаю. А ты как хочешь. Но 150 прям, знаешь, прям на грани. Я бы даже больше делала. 150 прям на грани. У меня, по крайней мере, я вот за своим ХП наблюдала. Ну, поскольку у меня есть символ на волну, в принципе, нормально. Холи паладина бы. Смотрите, ребят. На этом боссе, блин, холика нельзя убирать креста. Он дает очень хороший отхил на этом боссе. Пончик собирает и 5, я тебе говорю. Да, блин. Вот асгарды собираются, кстати, возле рейда. Да. Было бы поменьше друидов в ДВ, давно бы уже собрал. А, ну да, я еще тоже добавилась. Асгард это алики? Конечно. Асгард это алики. А я вчера, короче, или позавчера белые стаи, блядь, первую кату сорвал. Ой, какой ты молодец. Конечно, нельзя давать врагу качаться. Я уже сама долетела после усилков. Не все покажет. Спасибо, Кава. Спасибо, Каватик. Но я уже почти побежала. Сколько на аукционе сопрот? Кто смотрел? 365. Обалдели вообще. Просто обалдели.
Надо хилов гильду набирать, и танков, по-моему. Вон же Нуэн написал. Через 5 минут может зайти. Мосы, что это?